Владивосток, 15 августа 2023 года. Хабаровская, 36, студия современного танца «Форма» здесь находится. Что-то здесь перекопали. Чифань, доставка. Гаражи, похоже. Ателье. Так, а сюда может зайти. Что здесь? Стоянка. Сегодня выглянуло солнышко после дождей, мороси и плохой погоды. Thank you.
такое. Это Первореченский рынок здесь находится. Супра доставка. Там внизу море, оно так манит. Вот. Уже под ногами листва, некоторые деревья сбрасывают листья. Что там? Шлагбаум. Вон там море. Через дорогу детская больница находится. Там такое интересное здание стоит, кирпичное вроде как. Проспект Острякова, 38. Здесь адрес. Везде шлагбаумы, какие-то организации, видимо. Острякова 40,
Здесь такой деревянный дом. Вот. Такой вот интересный здесь дом стоит. Кирпичный. Вроде как. Машина. Здесь электричка останавливается, наверное, станция Первая речка. Наверное, так. Там виадук. И спуск на платформу. Вон там электрички останавливаются, получается. Интересный домик здесь. Ветерок дует хорошо. Владивосток такой разный. Здесь бараки деревянные еще сохранились. Гаражи там стоят. Детская больница вот эта.
Что здесь за адрес? Амурская, 82. Вот этот кирпичный дом. Мини-маркет. 24 часа. Частный домик. Там еще один. А это здесь кассы. Станция Первая речка. Электричка только что подошла, видимо. Люди ждут электричку. Там внизу какая-то подстанция, что ли. Военные самолеты летают. Там вон озеро Чан находится. Там иногда проходят тренировки на байдарках. Зимой иногда там проходят соревнования на мотоциклах. Ну, что-то вроде этого. На озере Чан.
что-то молодежное, там столетия дальше. Какие красивые облака сегодня. Море. Опять по шпалам иду домой по привычке. Чайки летают. Станция Первая речка. Там уже центр города в ту сторону. Вот что-то или электричка идет, или что там идет. Ну вот, электричка из города. Кто-то на дачу, кто-то с работы едет.
Девушка на велосипеде. Двойняшки или близняшки. Двери в подъезды открыты. Идет ремонт. Краской пахнет. Там ступеньки, перила покрашены. Такой дворик здесь. Детская площадка, гаражи. Клумбочки, цветочки. Что-то у пацана там авария случилась. Делает из деревяшки. Пацанчик что-то делает там. Так, что здесь можно пройти? Нет. Лестница есть. Крики какие-то, стадион, наверное. А здесь школа. Школьный стадион. Футбольная секция, наверное, здесь. Пацанчики играют.
И вон красивые облака такие. Конечно же, парковка. Там музыкальный магазин Yamaha находится. Гитары продают и другие инструменты. Вот это здание скорая помощь здесь.